Смотри, я открыл бутылку вина, зажег свечи, чтобы создать атмосферу. Развяжи. Что ты сказал? Кто убил моего сына? Что случилось? Никто не знает, что случилось. Приберитесь здесь. Я его отец, и меня не было рядом. Привет, Виктор. Было больно видеть, как он катится ко дну. Они убили моего сына. Ты знаешь меня. Я такой, какой есть, и меняться не собираюсь. Нет. Полиция будет искать тебя. Мы всегда платим за наши ошибки. Я хотел, чтобы ты услышал голос человека, который убьет тебя. Рекомендую вернуться во Францию. Так и сделаю. Но сначала прикончу тебя.